Вы знаете, я желаю вам никогда не опускать руки, чтобы не было. Все вы знаете, что я пробовала в Эльфаиме до этой компании два раза. Я бросала. И каждый раз бросала из-за того, что мне, про меня, мои наставники, которые находились там, говорили, что я ничего не получится, ты не талантливая и так далее. Вебинары ты проводить не можешь, потому что у тебя там писклявые волосы, ты еле-еле разговариваешь, тебя не слышно. Я очень много получала критики в свой адрес, но на самом деле, если что-то сильно хочется, оно всегда сбывается. Вы знаете, из критиков, из долгов мы выбрались буквально за полтора года, купили свою квартиру, потом купили вторую, сейчас мы ее продали, купили третью квартиру, получше, дальше, больше, да, выше. И все, кто у меня был в гостях, видят, что мы реально хорошо живем, достойно, мы объездили 17 стран мира, мы получили уже огромное количество премий. И я могу вам сказать, вообще полностью, без опыта общения, без опыта работы, вообще без всего, мы просто шли вперед. И нас двигало одно – желание быть нормальными состоятельными людьми. И когда-то, увидев в 2015 году, мы увидели Марьяму Марову, которая получала чек 500 тысяч рублей на сцене в Сочи. У меня тогда так зажглись глаза. Я, понимаете, я ехала двое суток в плацкарте, в боковушке, потому что я поехала туда в кредит, ребята, и мне этот кредит не дали. Понимаете, у меня сестра брала кредит и накрыла меня, и говорит, куда ты, какую-то там 30 тысяч кредит берешь, чтобы съесть. Я говорю, Таня, мне туда надо. Я тогда увидела там первый раз со своим наставником, он вышел такой в 4 утра за спами в халате в тапочках. Я ему сказала, что у меня нет денег на номер, пусти меня к себе. Я не знаю, был он рад этому или нет, но знаете, как оно все начиналось? Оно так все плавно переросло, за год мы открыли Рубина, за 4 года мы открыли статус-партнер. И вот эта энергия, которая мною двигала тогда и движет до сих пор сейчас, я могу сказать, что я ее очень ценю, очень хвалю. И никого даже вот не подпускаю, грубо говоря, к своей энергии. Я ее очень сильно берегу, и я понимаю, что только на позитиве, только на благодарности к жизни, к судьбе и так далее, можно решить любой вопрос. Я очень счастлива, что у меня есть деньги. Я очень счастлива, что я живу свободно. Благодаря деньгам живы мои родители. Благодаря деньгам я путешествую. Благодаря деньгам я лечу своего малыша. Благодаря деньгам я могу помочь любому человеку, кто действительно нуждается в помощи. Мы сейчас очень много помогаем. Ну, мы не забываем, конечно, инвестировать, но мы помогаем и приютам, и деткам, и каким-то, да, вот из дома, там еще что-то. И я горжусь тем, что я могу помочь слабому, что я уже переросла в тот уровень, когда мне хочется, чтобы были счастливы все. И мне это важно. И для меня деньги – это способ сделать людей счастливее, лучше и добрее.